Несмотря на то, что впереди еще целый месяц, россиянам напомнили о предстоящих майских праздниках. А точнее, Роструд озвучил даты официальных выходных. В этом году майские каникулы будут длинными из-за переноса дней 5 и 6 января, а также 23 февраля. Таким образом, отдохнуть можно с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая. Кроме того, в связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими праздничными днями, их продолжительность будет короче на 1 час.